остановка, блин! Всем привет, друзья, с вами снова Мэфик. Мы находимся с вами в открытом океане. Снова три северных острова, три северных брата. Большой, средний, малый. И вот мы сегодня кружимся вокруг самого-самого северного, самого большого, в надежде поймать какого-нибудь интересного хищника. Сегодня, друзья, будет рыбалка из двух, так сказать, типов. Это джигинг и это кастинг. То есть, кстати говоря, капитан дал сигнал приманки в воду. А это значит, пора ловить. Кастинг и джигинг. Поехали. Ребятушки, говорят, рыба пошла. Амберьяк начал проявлять активность. Сейчас весна, вообще-то. До глухолетия, как мы его можем у нас называть, осталось чуть-чуть, то есть... Есть какой-то маленький период, когда рыба начинает активничать, вот, и тогда можно наловить много. И вроде как сказали, передают надежные источники, что рыбка-то пошла. Сегодня рыбалим втроем, дядя Слава, дядя Игорь, ну, в общем, все настоящие рыбомуты тайваньские. Вот, до порта мне осталось буквально там пару минут, ребята уже там. Я что-то сегодня припозднился. Но надеюсь, что слухи не подведут. Дядя Слава. Спасибошка, привет. Ну что, мы на месте, ребятушки. Эй! Так, ребятушки, мы уже с вами на корабле. И пора бы... насыпать... Опачи. Дядя Игорь. Йо-йо-йо. А, тихо. Вот я собираю. А вот дядя Игорь собирается. Куда собираешься? Да, за трофеями. За глупые вопросы. Трофейный. Понял. Вычеркиваем. Ну что, ребяточки, мы уже на точке. Я, в общем, одеваю перчаточки. А это значит, что скоро будем закидывать. Так, где моя палка? Есть! Даю! Тут мелкая. Амбер мелкий. О, огромный! Амбер, сандел! Ну что, побежали? Конец весны – это самое время для ловли каранкса, или, как его называют, GT. Именно поэтому у меня сегодня с собой два комплекта – джигинговый и кастинговый. Но начинать рыбалку я привык с джигинга. Что за рыба? Бонита.
будет амбер стопудово. Это хороший амбер. Красава! Двушечка. Йо-йо! Есть! Это бонита. А может не бонита? Нет, башкой мотает, как бонита. Сошла, блин. А, нет, не сошла. Я думал, сошла. Где этот? Дынча. Смотрите, ребятушки, на дядю Славу. Человек-тельняшка. Ты чё, дядь Слав? Решил оголиться-то. Рано еще вроде как. Так, ну что, клёв закончился, что ли? Я не пойму. Ребятушки, играем по-крупному. Поставил вот такой поппер. Это Оуша Джиг, этот самый Оуша Поппер называется. Вот оно. Здесь детишка есть.
Поклевка, блин! Поклевка была! Поклевка была. Домой. Нога. Энна. Ах ты! Эх, ребятушки, жарище кошмар. Мы сегодня в океане, кидаем стики. Очень классная погода. В целом, вроде рыба клюет. Эх, сейчас покажу. Дядя Игорь, вон там джигует. И ребята кастинг кидают. Ну и я, собственно, тоже. Вот он. Антона. Мидл. Ай, нахо. Смотри, что делает, а? Rainbow Runner один за одним. Подожди, стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Покажи. Так, ну, дядя Игорь, смотрите, ребятушки, молодец какой. Три Rainbow Runner. Где? Причем это хороший. Где? Трешечка почти что. Где? Ну ты фотку там не сделай. Давай. Смотри, какая. Здоровый. Дядя Игорь. Красота.
Ух ты! Есть! Есть! Пиламидушка, ребята! Ребятушки, это пиламида. Так называемая бандита не является тунцом, это скумбриподобная рыба. Вот, но тем не менее хорошо берет на верхний джиг. Ой, на верхний джиг, говорю, на по эти самые, на стик. Воблеры рыбалим. Ну, поклевка, конечно, эпичная просто. А если ее будет видно? Хер его знает. А что ты говоришь, там взяли амбирьяка, да? Да, Славик. А, Славик? О, красава, Слава. Ну что ж, друзья, стик работает. Такой вот стик у меня от Swells. Уже куснули, сволочи. Тунец хороший. Это очень большой для этого вида. Ага. Наверное, трофей даже. Что-то хорошее, да? Ни хрена бонита. Ни хрена бонита, дядя Игорь. Это пипец. Это четверочка. Ну да. Таких бонита, дядя Игорь, я еще не видывал. Ты доволен? Ну там не то слово. Дядя Игорь в ударе. Уже всех рыб. О-о-о! А, есть! Есть! А, сошел. Ну, мелкий бонита. Да ты охренел, дядя Игорь! Это шестерочка! Это рекорд! Ни хрена себе! Буквально 5 минут назад вытащил огромную пиламиду и, блин, хороший шестерочный. Дядя Игорь, что ты творишь? 5. Ну, я так сказал. 5, 6. 6,5, 6. Шестерочка. 6,5, 6? 5,7. 5,7. Ну, 5,5, короче. Охренеть. Будешь фоткать? Вот этого взвесь. А? Вот этого взвесь. Я говорил, что это четверка. Сколько это я тут нужен? Да что ж такое, не надо, мне не нужно.
это 4. 4. 3,5-4. О, четверка. Ну вот это я как раз. Вот это рыбка. Чуть. А! Тимур. Вот она, радость рыбака. Да, красава. Хороший. Хороший. Это называется Greeter Amberjack. Все амберы, которые больше трешки, они считаются уже гридерами. Что творит, ты видел? Нет. Четверку вытаскивает. Это... Через 2 минуты, блядь, шестерку. Он же бонита вытаскивает, да? Первый бонита, да. Я таких бонит еще не видывал даже. Мы с тобой, когда вот в Суя уходили, там были торофейные бонит, но это были там 3-3,2 примерно. Да, ребятушки, вот она. Стезя каст, так сказать. Хочется и покастить, и поджинговать. Здесь Rainbow Runner присутствует. И GT. Вот что лучше? Черт кто знает. Ха-ха. Смотрите, ребята, акула. Прям близко-близко. Акула подошла? Да. Что ж такое кастинг, ребятушки? А кастинг это, по сути, заброс больших приманок длинными удилищами. То есть вот в данном случае у меня удилище 2,4 примерно до 250 грамм от компании Сибон. Довольно легендарное удилище. Барон 78 HTI с титановыми кольцами, со всеми делами. В общем, это морское удилище для заброса. Ну и, соответственно, кастинг в действии. Джерковая проводка в данном случае — это стик, безлопастной воблер. Вот, поэтому его, он, знаете, на проводке он похож немножко на вокера, то есть его на такой протяжке вертит туда-сюда. Вот, ну и тем самым он привлекает рыбу. Значит, ну я не только буду стик кидать, на самом деле, я буду кидать и поппер, я буду кидать и лопастные воблеры, у меня там разных приманок навалом. Вот, смотря на что будет сегодня клевать. Так, ну пока я там касил, блин, дядя Слава уже амберьяков, значит, выцыганивает. Ты это зря делаешь. Есть? Славик, красава! Это хороший, it's good one, big one. Хороший. Славик, наконец-то! Смотри, какой трофейщик! Радостный! Так. Ну вот и все, ребяточки, рыбалочка закончена. Такая вот рыбалка. Кастинг сработал, джигинг сработал. Немножко рыбы взяли мы. Хотелось бы, конечно, трофея, а вот трофеи взял вот этот человек, который до сих пор имеет силы поднимать спиннинг. Вот. И кидать приманки. Ух, блин, качает хорошо. Всем спасибо за просмотр. До встречи в новых видео. Всем пока!